Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка Окрошка, сегодня мы играем в Гаррис Мод, режим у нас Детран, карта Балди, поздоровайся. Всем привет. Крошка Окрошка будет нажимать мне кнопки, а я буду стараться выжить, и надеюсь, что в этой серии войдет, там где буду тоже ему делать всякие западлянки. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ты эту карту уже знаешь, да, очень хорошо? Ну, не сильно, но изучал. Ну все, давай, я как раз буду... Блин, я аж дернулся, а? Блин, это было жестко. Так, надо быстро лететь. Уже первая ловушка так быстро началась. Хорошо, продолжаем дальше. Да блин, а почему она меня второй раз убила? А так должно быть, что ли? Нет. Это ты нажал два раза, что ли, кнопку эту? Нет, она сама. Ах, это жопа. Так, давайте поставим здесь спаун, чтобы меня не убивало. Продолжаем. Ага, ага, я понял, сейчас мостик пропадет. Ага. Так, он должен сейчас появиться, да? Ты как бы... Ну да, все четко. А вот здесь ловушка, я точно знаю. Нет, здесь ловушка. Да, я вижу, она вот тут где-то есть, мне кажется. Нет. Так, поставим здесь спаун. Нет, можно даже проверить. Эх, отлично. Ой, ё-моё, почти нажал. Ух ты! Я сам чуть не умер. Да ладно, так, мы что-то рассчитываем. Ну, чуть-чуть не считается. Здесь спаун ставим на всякий случай. Так, что это за звук был? Лавочки. А, они должны были меня убить? Нет. Понял. О, а куда это я тпхнулся? А я нажал на кнопку. А, ты прям получается, я попал в школу, в класс там, где Балди меня хочет убить. Блин, а он все равно убивает. Я думал, как-то можно выжить. Нет. Ой. У тебя пол красным светился? А, да. Значит, я на ловушку нажал. Ой, класс, хорошо, что я не прошел. Сейчас она еще опустится, я подожду немножко. Не хочу проиграть. Я затыкал. Ну, молодец, молодец, все продумано до мелочей. Главное что, получить удовольствие от этой карты. Можно просто на дурачка вообще быстро пробежать, но это же будет не то. А, мне кажется, вот тут тоже где-то ловушка есть. Вот прям чувствую. Блин, да смотри, подлавливаешь меня везде, красава. А я думал, она большая. Не, нормально, ты меня замочил. Так, спаун. Ставим здесь. А, подожди, я сюда шел. Все правильно, тут ставим. Нет, я там был, я уже запутался, они одинаково, что с той стороны, что с той. Ставим здесь. Так. Здесь находится вода, которая не плавает. Давай проверим. Блин, хорошо, да, проверил. Нормально. Ты на кубик наступил. А нельзя на кубик наступать? На кубик можно, но ты просто так напитал на него. Здесь углы бьют, сбивают. Отлично, двойной прыжок, это читерская штука в детранах. А, вот эти, конечно, штуки не читерские. Это ты меня газированными автоматами придавайшин. Автомат сода. Отличная сода. Еще раз хотела меня убить, но я не ведусь. Так, здесь ставим. Я тебя даже здесь не вижу, я слишком маленький. Да? О, я плаваю. Эй, ты воду отсосал! Ну ладно. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, подожди, а как я туда попаду? А сейчас она отпустится. А, тут лестница невидимая, я понял. А вот здесь надо тебе выбирать. Так, налево пойдешь, Балди найдешь. Направо пойдешь, выиграешь. Ладно, ладно, проиграешь. Чтобы пройти, надо присесть. Дверки маленькие раз. А, я два спауна поставил. Отлично, тут. О, я к этому челику попал. Тут кнопка есть посередине. И что? Это ловушка была. Да? Он меня убьет? Да, я умираю, прощайте. Я не хотел этой участи, но придется. Классный Детран, мне нравится. Каждая ловушка проработана и прикольно сделана. Отдельные кабинеты есть. Вот это ты пэхаешься. Давай выбирай. А стой... А, все нормально, да. Да, я прошел там все, не переживай. Я же запутался. Так, вот здесь по-любому ловушка. Отвечай, да как я не упал? Вот это момент вообще. Тайм-код, 100%. Да просто, знаешь, как будто пятки остались, а носки свесились.
Это было миллиметражи? Да. Ага. Ой, прикольно, хорошо, что я до стены не подошел. Ты красавчик. Да, повезло. Не, знаешь, как будто чувствую, что не надо спешить. Ну, давайте, исчезайте. Так. Здесь. Отлично! И кто-то меня скинул под срачником! Это метла была. Ха-ха, блин, метлой меня выгнали. Поганой. О, куда ты пыхнулся? Я где-то нахожусь. А, я живой. Ты в яме. А что делать-то? Ладно, давай килл пропишу, может так надо. У тебя спаун в землю засосал. А, засосало. Так, подожди, а что тут дальше делать? Я прошел. В комнату входить. А, заходим будем в комнату. Оно не открывается. А, может мне сюда надо? Сейчас, подождите. Да, это назад. Ну, назад-то мне не надо, наверное. Надо сюда. Может, мне даже открыть надо. А давай еще раз я попробую вниз упасть. Может, надо что-то там. Да, ничего не происходит. Ну то ладно. Не знаю, что делать. Сейчас будем смотреть. Давайте попробую дверь эту удалить. О, я захожу, отлично. Может, не сработал какой-то скрипт из-за того, что я. О. Что-то там сделал. Ловушка была, ладно. Я ее прошел просто, да, на дурачка? Ой, тут ловушка еще была. Это знаете, как всегда, проходишь, просто не зная, что там есть ловушка, и проходишь. Ой-ой-ой. А что там за челепиздрик пузатый стоит? Это апельсин. Апельсин? Дядюшка апельсин? Да. Ой, что-то не могу зайти в двери. Чпоник. Толстый. О, три штуковины у нас есть. Надо выбрать правильную. Блин, чуть-чуть не допрыгнул. Так. Смотрите, двойной прыжок делает чудеса. Отлично, контрол зажал в конце. Так, здесь ловушка, проходим на дурачка. А я не пропущу. Ай-яй-яй, класс. Ай, нет, не класс, блин, сам себе еще раз убил. Да блин, да что ж такое? Сработала предыдущая ловушка. Так, давайте здесь. Дядюшка апельсин. Он говорит, this is blue. Ай-яй-яй, поймал, красава. Знаете, было бы классно, если бы я еще чуть-чуть бы и прошел. Давай, дядюшка апельсин, пропадай. Да блин, ты дурак что ли? Испугал меня. Фух, слава богу. Так, вот здесь надо пропаркурить, да, правильно мне? Да. А ты уже понажимал кнопки или будешь нажимать, когда я буду прыгать? А я уже все нажал. Угу. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Ой-ой-ой, красавчик, да? Вот ты. Это у нас дуэль. С Балди была. На всякий случай. Ребята, теперь я нажимаю Балди кнопки. Постарается он выжить. Отлично. Балди уже не такой, как раньше. Ты себе спаун и ставь, как я, тогда будет бомба. С Балди получилась котлета. Угу. Сейчас тебя еще раз убьет, не? Так, здесь, по мостику. Ладно, смог. Здесь, бочки. Не смог. Отлично. Вот, блин, рано нажал. Давай здесь. Я верю в тебя, ты сможешь. Нет, меня так не обмануть. Да-да-да, сможешь, давай. Ну, это... Я живой, я живой, я на корточке встал. Так не бывает. А, точно, там надо на картофанах было проходить. Видишь, до потолка, до конца не дожимает оно. Так, дальше. Я помню, здесь есть. Нету, нету здесь, кстати. Вот я вижу черту. Ну давай, иди, не ссы. Отлично, поймал тебя. Я прям в стенке застрял. Я видел, знаешь, как за пятку тебя захватил. Давай здесь. А я внутри. На тебе еще раз кусок говна. Как и меня убивало, так и тебя. Бумеранг. Давай, 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 давай.
Отлично. Да ладно, не поймал. Давай здесь. Поймал. Но не успел назад. Да, да, да. Ты хотел вперед и резко назад. Я даже так делал. Давай здесь. Ты сможешь, я в тебя верю. О, дерьмо, я думал, ты прыгнешь все-таки в воду. Хорошо, не прыгнул. Ло. Давай, дверь я уже нажал. Сейчас вода спустится. Угу, сейчас она резко появится, походу. Давай, да, вот так, чтобы быстрее было. Красава, я угадал с дверями. Честно, угадал. Есть, отлично. Поймал тебя в комнате какой-то странной. Ты получается, в комнате там, где челик, да, стоит посередине? Да. Я понял. Я уже нажал. Я. Давай. Ой, блин, ты красава. Не красава. А где я забыл? Так, давай здесь. Вот, блин, что-то я забыл, что это ловушка шипы. Я думал, там стена на тебя упадет или кишки из жопы. Так, ты видишь, где она тут? Блин, а что, ничего не случилось? А, случилось. Так, давай дальше. Я уже, кстати, этот, нажал. Я уже умер. Красава. Я видел, которую ты нажал. А какую я нажал? Центральную. А, дерьмо, а как ты увидел? А там камешки были. А, ты... блин. Я слышу. Так, давай здесь. Ну тут точно я тебя подловлю, можешь даже не бояться. Ну ладно, бойся. Ну давай тут. Дядюшка Апельсин тебя ждет. Вот блин. Что-то я думал, ты прыгнешь. А я думаю, что она ближе. Ну все, я понажимал. На тебе. Это тебе отместочка все равно. Дядюшка Апельсин очень злой. Чпоньк, угадал сразу. Вот это вообще четко было. Я опять умер. Мне нравится. Ну а еще тебе, как я умирал, так же само, в точь-точь. Отлично, отлично, опять, интуиция меня подсказала. Ну я же заранее нажал, ты просто уже прыгаешь по заведомо неправильным штуковинам. Вот блин, смотри, угадал. Ну что, давай, битва у нас сейчас с тобой будет. Не? Где ты? И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!